Видишь, похож на это, три медведя. Ну и медведи это, Шишкин. Да. Очень похож. Влад, все, снимаем уже. Тут трубка та, ё-моё. Отлично, снимаем уже, играй. Похоже на это, Шишкин. Ты медведь. Не забывай. Если похож. Мне очень нравится картинка, очень красивая. Молодец, снимай. Медленные движения, отлично. Отлично. Какая красота. Эрик, снимай, молодец ты вообще. Мы снимем великие фильмы. Медленные движения, мы никуда не торопимся. Можем снимать хоть 20 минут, хоть 30 минут. Как ты будешь посрать, и как ты еще... Все заснимем. Так что живи, делай чуть. Можешь помедитировать, можешь покушать, можешь что хочешь. Ты коала или медведь. Знаете, что бы я сделал в таком лесу? Ты главное в камеру не смотри. Ты актер. Что бы ты сделал в таком лесу? Что бы ты сделал в таком лесу? Живи, иди. Блин, очень хорошо смотрится. Так, молодец. Это уже что-то с чем-то, это уже действительно великое кино. Ангелополос, Антониони. О, отлично. Уже стихия, природа, земля и огонь. Так, Ярик, ты, в принципе, можешь подойти ближе намного к Владу. Заснять его вот этот огонь. Ты должен, Влад, играться огнем. Ты должен на него весь акцент делать. И Ярик еще так же должен запечатлеть твои эмоции и вот этот огонь. И природа. Ну, ты хороший оператор, Ярик. Я смотрю, как ты... Класс. Как плюешь в лицо природы. Так, Ярик, мы в принципе и подальше отойти. Чуть-чуть, чтобы был бюст. Вот, вот, вот. Вот так вот можешь стрелять. Да. Молодец. Это у меня был оператор Кирилл Душев. Это верно, это прекрасно. Очень неплохо. Так, как я... Это как снимается. Я сейчас... Так, мы перестрелим. Так, обращай внимание на мешок. Отскрабал. Главный акцент, он тебя залетел. Это что-то с чем-то, это как метеор. Ты не должен относиться к этому как к мусору. Это должно быть чем-то великим, чем-то невиданным, чем-то действительно странным, порой даже шокирующим. Но не забывай, действия медленные. Как будто ты на Луне, и у тебя вообще все с головой немножко... Это всю вечность и тишина. Так, можно подальше, да? Покажи, как будто ты там увидел глаз. Загляни туда. Как будто конфетка нашла. Отлично. Чтобы еще Влада лицо было. Главное, чтобы его было эмоции. Главное, чтобы человек не исчезал. Отлично. Уронил, поднял. Это тоже очень интересное движение. Так, можешь теперь отдаляться. Отдаляйся, отдаляйся, и дальше ты будешь. Так. Так, ты делаешь, а Ярик отдаляется. Отдаляйся, вот так вот. Интересно. Так. Давай дальше, дальше. Останавливайся. Так.
Так, теперь обращай внимание, держи во внимание весь этот мешок и держи во внимание ту бутылку, что я бросил. Как еще что-то непонятное, какое-то существо. Но не забывай, что в твоей руке еще какая-то хрень. Вот что-то такое странное, блин, откуда это? И не ясно. Откуда этот великий мусор? Как-нибудь тебе бы отдалиться, Ярик, попробуй пойти ближе к сумке. Вот так вот назад, чтобы было, как сказать, больше такой план. Чтобы он был в полный рост, чтобы еще присутствовал воздух. Некое такое пространство. Чтобы он был таким маленьким. Еще. Так, дальше иди, дальше назад. Так, можешь пойти туда немножко, в ту сторону. В этот, влево. Чтобы он был виден. Интересно. Заратустра такой. Интересно. Так, отлично. Стой, не меняй положение, вот так вот. Отлично. Стой. Ну, теперь уже не меняй. Ладно, по голове не ударит. Обращай внимание, как еще что-то. Фу. Так, смешно. Сделай так его немножко посередине, чтобы вот-вот-вот молодец. Я как Эд Вуд прям. Есть такое. Мой мегамонтаж. Так, его немножко посередине, но только вот, чтобы вот этот угол вот этот был побольше. Со стороны. Вот, ну вот, ладно, давай. Так. Что еще не умею формулировать, в смысле, нормально. Отлично. Чтобы больше пространства было вот тут вверху. Так, снимай. Интересно. Интересно получается. Такое очень экзистенциальное кино. Очень хорошо. Так, отдаляйся. Отдаляйся. Мне важно, чтобы вы... Так и стой, так и прожи. Молодец. Так, Мамон, так, стой, снимай так. Да. Да, Мамон. Вы что, на том же месте, мы там снимаем, сейчас. Мы скоро придем. Да, ладно, все, так.
Давай. Молодец. Так. Наверное, ее бассейн распустил. Интересно. Так, теперь подходи ближе к нему, и чтобы бутылка была видна, чтобы он их бутылкой. Теперь владелый акцент, вообще великий акцент на эту бутылку. Великий алкоголь. Вот оно что. Открытие. Как будто ты первый раз думаешь, что это вообще такое? Непонятная вещь какая-то. Но ты не знаешь еще, что это. Это великая сила. Но ты не знаешь, что. Ты ее только открываешь. Что-то грандиозное. Так, можешь ближе подходить. Так, чтобы был его бюст. Давай. Так, так. Чтобы будто чуть-чуть подальше. Все-таки. Угу. Ничего страшного, что ли, то ближе тоже. Теперь. А, ну ладно, теперь хорошо. Так, так. Было бы вообще классно на 30 минут сделать. Чего? За 30 минут было бы сделать. Сейчас 12 минут. Это такое крутое кино. Я был бы фанатом этого кино. Но я уже это лучшая Лена Рена. Так, можешь, в принципе, дальше отходить. Чуть подальше, осторожно, за стену. Воздух, чтобы он тоже все будет видеть. Очень хорошо. Не устал сильно? Молодец. Можете чуть ниже отпустить, чтобы... Вот. Чуть-чуть ниже камеры. Чуть-чуть ниже камеру. Чуть-чуть совсем мало подальше. Все. Так, бутылки немножко такой акцент. Чуть-чуть совсем. Как будто что-то такое мимолетное. Такая, а, комета пролетела. Удивился, потом хоп. Ну, в общем, он знает, что делать. Так, сейчас я прокричу странный зов, а ты сделаешь такое удивление. Что это такое? Бля!
Можешь отвечать, ничего страшного, это часть фильма. Это уже интересно, смесь реальности. Ну, можешь не отвечать, но это интересно. Сейчас я опять сделаю. Я сейчас кину еще куртку ему. О, поиграй с камнем, действительно. Вот это фортепиано, мяч или что-то такое. Че? Не знаю, я бы мог наблюдать. Я рад устроить что-то такое. Очень такое интеллектуальное кино. Даже лучше Штрауба. И картинка такая с дурочками. Ну, играючка. Так, Влад, теперь вот, вот эту штуку продерживай с листьем и камнем несколько раз что-то, и ты подходи вот к этому камню и снимай его руки. Но главное, делай акцент на камне и играем как-то в руках. Листьями и камнями. Листьями и камнями. Набирай, и чтобы были руки. Руки, руки, руки. Опять, вот, вот главное, возьми вот этот листья и положи их опять к камню. Соединяй. Огонь и вода. Я хочу, чтобы еще на камне эти листья полежали, чтобы это было видно еще. Так, чуть ниже камеры, чуть-чуть. Роза такая зеленая. Итак, теперь пусть это постоит. Поверьте. О, вот. Делай. Произведение искусства называй. Произведение искусства. Так, теперь можешь делать акцент на что он ищет в кармане. Теперь чуть отдаляйся. Чуть-чуть совсем медленно. Так, останавливайся. Оп. Теперь можешь его и лицо, в принципе. Сделать так, чтобы и камень, и лицо. Так, ну для этого, наверное, чуть-чуть отдалиться надо. Камера чуть-чуть повыше. Ладно, чуть-чуть отдаляйся, отдаляйся. Отлично. Как будто это твоя Мона Лиза и даже еда, даже вода. Что-то вот надо как-то, чтобы оно святость приобрело. Вот, вот не забывай про то строение, что ты построил. Это твой дом, это твоя страна, родина, отечество и так далее. Ты как будто луну освоил. Так, чуть-чуть отдаляйся. Тут осторожно, тут этот. Вот. Надо поймать вот главное лицо, лицо. Руки, чтобы было видно, как он что делает. Так, чуть-чуть еще, еще назад. Хочется, чтобы еще ноги было. Дальше построим. Отлично. Теперь попробуй сделать что-то вроде ритуала, Влад. Это вот колдовство некое. Закружиться вокруг своего вот этого. Или что-то, вот что-то такое волшебное, на твой взгляд, произвести. Мне, кстати, нравится кино одним планом. Да нету мыслей, ничего. Это очень интересно. Молодец. Молодец. Вот давай, волшебник, я говорю, колдуна, сумасшедший. Нострадаму Заратустра. Играй, играй, продолжай ритуал.
Эй, ты! Человек неизвестный! Дарую тебе свыше броню золотую великого Нострадамуса, короля деревьев и плотей, и крови моей! Лови ты, смертный! Влад, познавай эту плоть. Это великое деяние. Самого Максима Кейфона. Вот. Так, ноги. Немножко, чтобы ноги было видно. Вот так вот. Но чуть-чуть выше. Может, флейту потом? А? Может, потом флейту? Флейту? Да. Это отличная идея. Я про нее вообще забыл. Я, наверное, не знаю, буду вставать, но это зависит от этих действий. От флейту, угу. Отучивай кино. Как-то пока что очень хорошее. Было бы хорошо, чтобы ты это еще как-то надел. Или что-то еще. Но ты пока что поиграй. Вот пользуйся, пока что танцуй с этим. Маневрируй, я не знаю. Движение, танец и так далее. Можешь даже как шапку надеть, а потом вот здесь надеть. И тогда прозвучит опять голос. Я, наверное. Пока что у нас есть. Ну такое медленное. Не нужно торопиться. И пока что идти. Как зверек. Ладно. Чуть-чуть дальше. У Тарковского сам заметил, вот точно. И у Китона вообще это очень важно. Сам хочется рисовать. Ну, конечно, не хочется останавливать сейчас, мне хочется уже, вот получается так здорово, хочется сделать из этого крупную рыбу. Что считаю, что это просто великолепно. Отлично, рука вот так вот. Стой пока что. Можешь покрутиться еще вот так вот, кругом так, можешь назад посмотреть вот так вот всем телом. Не, я не тебе, я говорю Владу. О, ну вот. Движение, круг. Так, ноги, чтобы ноги. Чуть-чуть совсем. А теперь можешь сидеть вот так вот и произвести какой-то элемент грусти. Вот запутаться в этом и сделать действительно. Сейчас камера не будет двигаться, она остановится вот на таком положении, да, вот даже так. И ты, Влад, тоже должен остановиться и действительно задуматься, сделать какой-то элемент грусти, великого одиночества. Как статуя или даже такое. Но при этом статуя должна быть живая. Вот. Думаю, ты потерянный человек. Не знаешь. Ты один, совсем один. Тут какие-то изредка неизвестные голоса. Так, пока что. Не главное не торопиться. Это все медленно. Ты медленно понимаешь, медленно снимаешь. Все медленно, грустно. И камера медленно, все медленно. Картинка. Уже переходит на маленькие детали. С крупных на маленькие. Игра совсем маленьких деталей. Игра пальцев, игра мимолетных видений, уже зависит от его головы, от его пейзажа. То, чего не видно, вот что сейчас играет. Чуть-чуть отдаляйся. Влад, ты все так, тебе звонят, но ты все равно сохраняй эту медлительность. Если, ну, ты можешь справиться, но сохраняй медлительность. Ты можешь отказать, можешь даже принять. Как? Желаешь. Я верю в тебя. Отдаляйся. Хотя бы так и отлично.
То кино, которое я всегда хотел делать. Да так здорово. Так, ты встал, но все равно сохраняется то же положение. Одиночество, отчуждение, сон. Даже сон. Сон, но не сон. Даже так же. Так, отдаляйся. Отдаляйся. Вот так вот вдаль. Иди. Надо, чтобы он сделался уже таким маленьким. Но главное, чтобы медленно. Ну, главное, медленно. Чтобы это было медленно. Должен быть медленно, правильно? Медленно отдаляться. Отдаляйся. Молодцы, идет, но ты отдаляйся. Все, останавливайся. Да, Влад, можешь, в принципе, туда идти, куда-то. Если можешь, правда. За эти ветви и так далее. Мы останемся на камере, но это будет интересно. Это не будет конец. Короче, еще. Интересно, как ты с флейтой мне сказал. Я уже думал, на флейте, но тут что-то интересное. Можешь ее надеть, прям надеть. Вот когда наденешь, тогда произнесется заветный голос Бога. Флейта, я не знаю. Вот надень ее прям. Интересно. И надо, чтобы ты еще в ней побыл, тогда прозовется. Хоть она и маленькая, но тем не менее. Как будто пианист. С фильмом Полански. Че подряд. И счастье разнеслось по всей планете. Подходи ближе. Стой на том же месте. Смертный, ты слышишь ли мой голос? Ты! Нет, ты не слышишь! Тра-да-да-та-та-да-да! И ты познал мою плоть и плоть и кровь мою. И ты познал меня, познал и увидел ты, смертный ты человек. Я дарую тебе мой жезл, мою мечту, мою любовь, меня самого. Ты, это я знаю это. Ты, лови же ты, познай. Ну ты не подходи ближе, Влад, главное. О, камеры, мы так и хотим отдаляться. Останавливайся, да-да-да, и да-ри-да, ри-да-ри-да, 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 ри-да-ри-да. Так, чуть ближе, может, кто-нибудь. Ну, главное, чтобы ноги, то идешь на небо. Это же хорошо. Уже темнее становится, но это вот просто тоже от краски.
смертный, увидь же мои руки. Смертный, увидь же меня наконец-то, зажги же ты, сын, свой факел, огонь пусть разнесется, ра-ра-ра разнесется по всюду. Нужен огонь, конечно. Вот это интересные вещи, но их слабо видно. Если ближе подходить, то она подходит к гармонии. Хотя, чуть-чуть можешь, в принципе, подойти, чтобы был бюст такой мелкий. Ноги чуть урезаны. Урезаны, чтобы ноги были так наполовину. А голова была, чтобы голова была. Так? Влад, ты можешь разжечь костер? Небольшой, тут прям, огонек. Я думаю, оно не разнесется так, небольшой, чтобы зажигалка была. Но главное, чтобы было продумано, чтобы игралось, продолжал, ты слушай, ноги, ты называешь. Надо, чтобы был огонь, вот это было бы интересно. Чтобы, знаешь, как был у этого ковчега, что ты построил, у этого домика. Это было бы очень интересно. Опа, Алис, ты как Макс Куликов. Так. Голове чуть повыше, повыше. Голова главная. Ну, чтобы немного было проснулось, что-то пространство. Вода же. Так, чуть-чуть повыше. Маман. Да, маман, мы все на том же месте, но это почему? Да, мам, ну, да просто все нормально, кроме не далеко и так далее. Потом, мам, давай. Иди сюда. Отлично! Ну-ка, что там? Что там у нас? Отпад. Так, главное, чтобы его голова была видна. Все. Чуть выше. Шикарно. Так, разжигай, Влад, я верю в тебя, что ты сможешь это сделать. Потому что если это будет, это будет просто гениально. Он сейчас вообще необходим. Вообще не было бездорно. А я еще, мне пришла идея посветить своим фонариком в телефоне. Тоже интересно будет. Откуда свет? Свет какого-то невиданного бога, который... Кстати, интересно, человек в пространстве. Что такое смысл жизни? Зачем мы здесь так далее? Есть смысл в этом. В этом персонаже скрывается каждый из нас. Так, надо, она не разжигается. Видимо, нужно что-то, как бревна или что-то, что туда надо. Уже все темнее и темнее. Но это тоже неплохо. Потерянность, отчужденность там не носит, это интересно. Вот бы оно загорело. Но у нас даже белый вот этот из бумаги не горел. Что-то можно говорить за ратушку. Я ведь оператор, конечно, очень хороший. Операторы главное терпение. Отлично. Оно не разжигается, да, видимо?
И познай же ты мою суть, познай же ты меня, познай же ты мою суть, ты человек бытия. Владу голова, Влада голова, Влада голова, голова. Ближе подходи, ты скорей, ты скорей. Познай же ты бутылки огней. Да-да-да-да, ди-до. Ну, ди-ди-ди-дар-да. Бам-ба-ра-ра-ра-ра. Можешь ближе подходить, Ярослав. Да-да-да, да-дам, пар-пам. Пар-рам. О, как кровать же уже. Больной бах. Так, чуть-чуть правее. Чуть ближе, может, камеру в голове. Ра-р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 а
ра-ри-ра-ри-ра-ри. Камеру чуть ниже. Ра-ри-ра-ри-ра-ри. Ра-ри-ри-ра-ри-ра-ри-ра-ри-ра-ри-ра-ри. Ты можешь, в принципе, поиграть на флейте, кстати. Ра-ри-ра-ри-ра-ри. В общем, можешь поиграть. Задумывайся пока что. Думай, что это вообще такое. Сам становишься Богом. Кстати, о птичках, да. Нас Бог поместил сюда, чтобы мы сами стали Богом. Потому что это плод, я не... В этом есть смысл. Офигеть, эти звуки как звучат, как рождение ребенка. Это очень интересно. Очень глубоко. Нормально оно так освещается? Камеры не видно. Пока что так. Так, я кину опять бутылку. Так. Как бы чуть-чуть. Ты не реагируй. Ты сиди все так же, как будто тебе это все надоело, достало. Играй на свою пинку. А я буду кидать, а ты не реагируй. Не реагируй на эти все деревяшки и тому подобное. Слабо так чуть-чуть, как будто тебя это достало. Так. Раздражает меня.
начну. Теперь, Влад, так, мы будем отдаляться, а он будет рушить вот этот. Его все достало, вот это бесит, уже грусть, уже. Зачем мы здесь и так далее? Ты будешь рушить свой дом, вот этот ковчег и так далее. Будешь смотреть на эту флейту, у тебя охватит гнев. Ну не забывай, ты уже, у тебя медлительность есть, но у тебя гнев. Ты хочешь разрушить этот дом. Суть в том, что ты сейчас будешь это ломать, гневаться, печалиться, зачем и так далее. Ну, почему так? Ты это разрушишь, а потом опять сядешь в это положение, слитый, опять будешь пиликать. Закроешь глаза, как в некий сон. Ляжешь, потом закончится фильм. В общем, сиди, и вот у тебя охватывает гнев уже. Зачем я здесь? Будешь ходить не вот таким немножко уже таким, как сказать, нервных уже таких шагах, танцах. Главное сломать этот зеленый дом. Ломать, показать, что достало. Все, уже все туманно, все темно. Все исчезают грани человеческие. Сколько мы можем? Оно. Интересно какая-то. Можешь отдаляться. Хотя нет, если так. Если вернемся совсем не темно. Зачем я здесь? Проговариваю внутри себя. Зачем? Зачем я здесь? Почему меня? Так, сяк, ну за что? Я бы подумал. Уже конец будет. Ну все, надо теперь чуть-чуть ускорить. Давай, уходи дома. Я просто боюсь, что у меня вдруг еще оборвется запись 42 минуты. Да, все, давай, ломай дом. Точно, я вспомнил, что, возможно, мне придется клеить. Давай, ломай дом. Ломай дом, все. Все уже. Так, медлительность есть, но мы должны ускориться. Возможно, она борется, я совсем забыл, что 50 минут, она может не пойти. Ломай прям, возьми эту ветку прям. У меня сейчас идея, ты должен сейчас, вот ты взял, сломал это, покорякал, и должен сейчас резко упасть, флейта, если у тебя есть, и потом ты должен упасть, немножко перекатиться, чуть-чуть совсем. И в конце ты должен чуть-чуть пропиликать, и конец. Вот ты сейчас ломаешь. Сейчас, вот торопись, у нас немного времени. Все, ты ломаешь. Так, теперь медленно останавливаешься. Спокойнее, медленно, все, умирает тебя сила, уходит, падает, уходит, и ты падаешь, и резко вот так вот перекатываешься, падай, просто не жалей, падай. Ну, туда только, в ту сторону, где склон небольшой, падай, чуть-чуть, давай. Так, ты как будто умираешь, но ты поиграешь лейте, последний раз, попиликай. Отдаляйся. Отдаляйся, ничего страшного. Не завершай пока что, скажи. Так. И ты должен пропиликать чуть-чуть совсем. Слабо так, глухо, как будто в тебе нет силы. На флейте. Чуть-чуть совсем. И все. Давай. Я не скажу. Отдаляйся. Чуть погромче тебе. Вот так вот резко. Теперь туда, в деревья. Все, умолкни. Все. Замолчи. Влад, спокойно. Снимай вот там. Снимай туда. Иди к темноте, все, можешь остановиться и идти вот туда, просто опускай, чтобы было такое черное такое.
Все, останавливайся, останавливайся в таком положении. Тихо, тишина. Одна минута. Короче, не будет остановиться.